Приветствую вас, и давайте для начала начнем того, что скажем, если ваш мужчина, значит, или девушка, тут непонятно, человек, которого вы любите, если человек, значит, тратит время на кратковременные романы, то это означает две вещи. Он это означает две вещи. Первое, это то, что человек по привычке так себя ведет, имея к вам чувства. И тогда вы можете что-то сделать. И второе, что у человека нет к вам чувств, и он ведет себя так именно из-за их отсутствия. Как и сказала Анна. В этом случае вам сделать ничего нельзя, потому что нельзя заставить человека испытывать к вам чувства. Они либо есть, либо их нет. Соответственно, чтобы направить человека в нужное русло при наличии у него чувств, так как это единственный вариант, когда можно что-то сделать. То есть что-то можно сделать лишь в том случае, если у человека к вам что-то есть изначально. Если он к вам неравнодушен. Вот это возьмем как за аксиому. Если ваша любовь не, скажем так, не совсем невзаимна. При невзаимности любви делать вряд ли что-то можно. Но об этом я скажу в конце. Сама. А пока, скажем так, если любовь взаимна. Но у человека вот есть такая особенность, да, то он тратит время на романы с другими людьми. Значит, вам в этом случае нужно показать ему, что вы не собираетесь ждать. Вам в этом случае нужно показать ему, что вы не будете терпеть подобные отношения и сами самостоятельно будете выступать в таком ключе поведения, что и человек, которого вы любите. То есть, если вы видите, что ваш человек, скажем так, флиртует с другими, то и вы начинаете делать то же самое. Потому что в противном случае получается игра в одни ворота и просто унижение со стороны человека, которого вы любите, вас. Этого допускать категорически нельзя, потому что в данном случае страдает ваша самооценка. Далее. Речь идет о том, чтобы человек понял, что он может вас потерять. Если он это поймет, то тогда его сознание адаптируется к новым условиям. Он не будет считать, что вы терпите любое его поведение. Он не будет считать, что вы будете мириться с тем, что он тратит время на других людей. И из-за страха вас потерять, из-за понимания того, что он может остаться без вас, он начнет что-то делать и, в частности, менять свое поведение. Следующее, что вы можете сделать, это понять, что же человек получает в этих кратковременных романах, которые у него есть. Что из недостающего в ваших отношениях он восполняет в этих романах? И дать ему это. Это необходимо, потому что если человек крутит романы из-за своих потребностей, то значит с вами эти потребности не удовлетворяются, и значит их нужно удовлетворить. Значит, об этом нужно разговаривать с человеком. Ни раз и ни два заводить разговор о том, что он получает от этих кратковременных романов. И если вы поймете, что человеку нужно или чего не хватает в ваших отношениях, вы сможете ему это дать, тем самым, значит, как бы снизить
необходимость этих самых романов для человека. То есть речь идет о субъективной стороне вас и об объективной стороне любимом человека. Работа в этих двух направлениях поможет вам убрать нежелательные связи с третьими лицами у вашего любимого человека. А теперь по поводу того, что можно сделать, если ваши чувства не являются взаимными. Если любовь ваша не является ответом. В этом случае, конечно, немножечко сложнее будет, потому что непонятно, о ком идет речь. Вопрос задан анонимно, вы не указываете здесь, кем являетесь вы, кем является ваш партнер, ваш человек любимый. Но для мужчины, женщина, достойная любви, это загадочная, дающая ему возможность быть рядом с собой мужчиной, собственно говоря. Женщина, которая нуждается в защите, женщина слабая, но умеющая эту слабость представить как силу. Женщина, знающая себе цену, женщина независимая, загадочная, сексуальная, грациозная, привлекательная и так далее. Именно такая женщина достойна в глазах мужчины любви. В глазах женщины мужчина достоин любви, если он надежный, сильный, правдивый, упорный, терпеливый, выносливый, обходительный, вежливый, спокойный. То есть такой, с которым женщина могла бы быть любой, то есть и спокойный, да, и на взводе, и все, и который в любом случае ее поймет и примет. Естественно, это самые общие рекомендации, потому что многое зависит от предпочтений самого человека, и для кого-то, может быть, есть и свой личный идеал любви. Но в общем и целом, поскольку вы здесь не рассказываете ничего ни о себе, ни о вашем любимом человеке, кроме того, что он крутит романы краткосрочные с другими, рекомендация будет именно такой. Для получения рекомендации более полной, нужно больше подробностей, больше информации о человеке. Но, поскольку я думаю, что вы его знаете, то вы сами можете себе представить, какой у человека идеал своего партнера. И вот постараться стать тем самым идеалом вам и нужно для того, чтобы человек перестал обращать внимание на других людей и влюбился в вас. Но необходимо помнить, что нельзя заставить насильно в себя влюбиться, и если только есть какая-то изначальная симпатия, то эта симпатия может перерасти в любовь, а если человек изначально к вам безразличен, то что бы вы ни делали, все равно это безразличие никуда не денется. Ну, по своей природе человек такой, что он может влюбиться не во всех, и не все могут влюбиться в человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.